Сегодня около 11 часов в поселке Первомайский водитель Daewoo Nexi сбил женщину. ДТП произошло на пешеходном переходе вблизи магазина автозапчастей на Уфимском тракте. Как сообщают очевидцы, один автомобиль дорогу пешеходу уступил, но по правой полосе двигалась Nexi, водитель которой затормозить не успел. Пострадавшая доставлена в первую клиническую больницу для обследования. Виноват предварительный водитель автомашины Daewoo Nexi. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет назначен административный штраф за данное правонарушение.